Здравствуйте, друзья! Я пытаюсь сегодня записать маленький сюжет на тему о том, как получать извещение о том, что у нас в онлайне трансляция прямая в Ютубе. И делается это очень просто. Значит, когда вы идете, вот нажимаете, да, вот сюда, и у вас появляются, в частности, вот подписки. Значит, вы идете на подписки, на список подписок. Вот вы видите мои в данном случае. Вот у меня первым идет Александр Хвостович. И вот справа, видите, написано subscribed и колесик такое, шестеренка. Да? Когда я на шестереночку нажимаю, все, что тут есть. Вот один только чекбокс называется Send me all notifications for this channel. Значит, если я нажму и скажу save, да, то каждый раз, когда Александр Хвостович будет что-то делать, значит, мне будут приходить сообщения. Теперь, вот я обращаю ваше внимание вот на эту ссылочку вот здесь. Она не относится к Хвостовичу, она относится к моим установкам, которые у меня есть на канале. Давайте я туда пойду и покажу вам, что у вас на самом деле сейчас стоит. Вот у вас тут написано Channel Subscriptions, да, ваши подписки. И здесь написано, значит, occasionally notify me of new videos and activity from my subscribers. Subscriptions. То есть, иногда, по случаю, при случае, да, выборочно, извещайте меня о том, что делают мои, значит, те каналы, на которые я подписан. Вот это тот сеттинг, который у меня сегодня установлен. И я думаю, что по умолчанию, если вы ничего специального не делали, у вас то же самое стоит. Поэтому, когда я вывешиваю, там, скажем, видео, или когда я выхожу в линию как прямая трансляция, значит, вы не знаете об этом. То есть вы знаете, ну так, при случае, вот как-нибудь вот вдруг иногда кого-то из вас информируют, кого-то нет. Значит, это то, что у вас на канале сейчас на самом деле стоит. Вот, а если мы пойдем, значит, обратно, то вот те каналы, которые у вас тут есть, значит, вы можете индивидуально на них сказать, вот, пожалуйста, извещайте меня. Я, конечно, не знаю, что будет, вот, что значит, шли мне все нотификации для этого канала. То есть может оказаться, что там много разных событий, помимо того, что вывешивается видео. Но я поскольку не знаю, то и говорить не буду. А вы уже так попробуйте. Во всяком случае, те, кто хочет получать извещение о том, что скоро начнется, значит, трансляция, или сейчас начинается трансляция, вот могут вот так это сделать. Спасибо большое, и мы заканчиваем наш сюжет.